Всем привет, друзья! Сегодня рассмотрим с вами цены на аренду однокомнатных квартир в нашем городе. Это город Ингельштадт, находящийся в Верхней Баварии. Кому интересно, ребят, пойдемте со мной за компьютер. Вот мы уже, друзья, и за компьютером. Сегодня мы будем смотреть снова квартирки на сайте imoscout24. Фильтра я уже настроил. Будем смотреть сегодня однокомнатные квартирки в нашем городе Ингельштадт. 70 квартир у нас вышло. Ну и давайте начнем. Начнем с минимальной цены. Самая минимальная цена на аренду однокомнатной квартиры. Площадь 19,5 квадратных метров. Холодная мита, да? Холодная аренда 330 евро. Холодная, это не включая все коммунальные услуги. Ну и давайте посмотрим в среднем, какие цены, от чего начинается. Ну, как видим, в среднем поднимаются цены в пределах 10 евро, да? Такие вот цены. Ну, давайте сейчас рассмотрим какую-нибудь одну из квартир. Давайте вот, например, с вот этой начнем. Она у нас площадь 28 квадратных метров, холодная мита 360 евро. Написано, что модерная однокомнатная квартирка, либо студенческие апартаменты, да? Так, стоит эта квартирка у нас 360 евро плюс 100 евро небенкостен, коммунальные услуги. И полная мита 460 евро в месяц плюс 800 евро платите при заезде к аукцион, да? Так, вот такая вот квартирка. Одна комната, в принципе. Давайте посмотрим на нее на фотографии. Кухонька тоже небольшая такая имеется. В принципе, здесь духовой шкаф и две конфорочки. Ну и мойка, в принципе. Ну, что еще надо для одного человека, да, если живет. Так, здесь у нас стол с двумя стульями. Здесь такая перегородка. Душ. Ванна, душ, да? Так, за перегородкой, получается, сразу у нас стоит кровать. Шифонер, в принципе, много вещей. Можно сложить всякие разные полочки. Здесь вешалка. И вот такой вот угловой большой рабочий стол, да, компьютерное место. Ну, в принципе, места много, хватает для одного человека. Очень много всяких различных полочек, куда сложить свои вещи можно. Еще даже небольшой диванчик стоит. Ну, такая вот квартирка в нашем городе. В принципе, такой хороший райончик. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Я буду, ребят, вам показывать от самой минимальной цены до самой максимальной. Суть моих видео – показать вам, за какие деньги и что вы можете снять, какую квартиру. У меня нет никакой цели показать, какие тут дорогие квартиры и как мы тут живем, и насколько мы тут богаты, какие мы тут деньги платим, выбрасываем, говорится, за жилье, да? Давайте вот эту квартирку посмотрим. Поэтому, ребят, я всегда начинаю от минимальной цены и иду всегда вверх. Так, вот такую квартирку мы имеем. Площадь 20 квадратных метров, 390 евро у нас холодная мита. И полная мита у нас 495 евро. Так, и аукцион у нас, если при заселении, 1200 евро. Такая вот квартирка, такие апартаменты. В принципе, тоже, да, вот небольшая такая комнатка. Ванна получается, ну все такое более модерно. Кухонька, ну, в принципе, также холодильничек, мойка, здесь вот плитка, небольшая, столик, стул, ну, так вот все, в принципе, более модерные такие апартаменты, все уже на новый стиль все сделано. Ну и вот ионный план, здесь получается вход, здесь сразу кровать, стол возле окна, здесь кухонка, да, как бы за углом получается, и здесь вот ванная, душевая, унитаз, раковина, ну, в принципе, неплохой такой вот вариант, в принципе, я бы сказал, хорошее расположение. Здесь можно шкафчик поставить, да, для обуви, и все, и вот у тебя все, в принципе, есть. Довольно-таки неплохая квартирка, получается, за 495 евро в месяц. Давайте посмотрим, что еще есть. Так, вот тоже квартирка, давайте посмотрим вот эти апартаменты, тоже стоит для студентов апартаменты, да. 24 квадратных метра, 390 евро холодная мита и 475, примерно 475 евро стоит полная, да, бар мита.
45 евро еще стоит за парковку, за гараж. И 1305 евро это кауцион. Сумма, которую заплатить нужно при въезде в эту квартиру. Давайте посмотрим. Один из фотографий у нас есть. Это вот фронт здания такой, да, получается здесь три этажа. И поднимаемся, как бы, да, лестница находится с наружной стороны железной лестницы. Вот такие. Так, сама комната. Это как бы зал получается. Это спальня. Это как бы Arbeitsbereich, да. Рабочая комната. Отделали. Ну, вот такая вот небольшая кухонька. Здесь получается пенал. Или холодильник. Здесь что-то больно узко для холодильника. Вот, в общем, уже плита, мойка, микровели. В принципе, тоже так уютненько сделано. Тоже все модерно. Дом буквально 2-3 года этому дому. Тысяч тенниса, да, на столе теннис стоит у них на территории. Ну и вот вес получается подземный гараж. И вот такие вот апартаменты, да, такая вот однокомнатная квартира стоит примерно 475 евро в месяц. Давайте, ребят, сейчас еще вот такую вот квартирку посмотрим. 23 квадратных метра. Тоже написано, что модерный апартамент для студентов. Так вот она у нас выглядит. Это уже получается как кухонька, да, это дело такое. Стоит у нас эта квартирка 450 евро, 23 квадратных метра. И 550 евро полная аренда, да, в Армите. Одна комнатка на первом этаже, всего этажей 2, 23 квадратных метра. Ну и давайте посмотрим все 4 фотографии, которые здесь имеются. Душ тоже такой более модерный. Сам дом, да, как он у нас выглядит, уже более такая модерная, ну, как обычные апартаменты, да. И вот как бы сам у нас план получается, где что стоит, да. Вход у нас получается отсюда, здесь сразу у нас получается душевая, да, туалет, ванна. Здесь у нас как, ну, гардеробная получается, здесь кухонка, кровать, стол здесь, да, рабочее место. И здесь, как я понимаю, это у нас балкон так обозначенный. Ну, тоже такая прямоугольненькая квартирка. И цена, ребят, 550 евро в месяц. Давайте, ребят, еще вот эту квартиру посмотрим. 29 квадратных метров. Тоже однокомнатная, 500 евро она у нас стоит. Холодная мита. Вот такой домик, апартаменты, да. Полная мита у нас стоит в Армита 620 евро в месяц на четвертом этаже. В этом доме лифт есть, точно знаю. И 60 евро, если ты хочешь, платишь за подземный гараж. И 1680 евро кауцион. Взнос при заезде в эту квартиру. С 1 апреля, да, уже можно заезжать в эту квартирку. И давайте посмотрим фотографии, что у нас имеется. Так, вот квартирка получается. Это у нас коридорчик. Здесь шкаф, как мы видим, стоит. Кухня. Кухонька, да, такой вот угол у нас. Тоже маленькая плитка, духовочка. Здесь получается два стула барных таких, да. Вот отсюда видно хорошо. Здесь получается для телевизора место все. Ну, такая довольно-таки удобненькая. Здесь как бы ниша такая, да, стоит. Здесь кровать получается. Здесь, видать, дверь у нас в ванную. Вот такой, в принципе, тоже неплохой вариант квартирки. Даже есть такой вот небольшой балкончик. Да, вот ванна тоже. Все более таком модерном стиле сделано. Большая плитка, полотенцесушильная батарея. Да, неплохо. Хорошая даже, можно сказать, квартирка. Ну вот план самой квартирки. За 620 евро в месяц плюс за гараж 660 евро, получается 680 евро. Полная цена аренды на эту квартирку, ребят. Давайте, ребят, рассмотрим еще вот этот тут вариант. Тоже стоит, что хорошая, светлая, однокомнатная квартира для двух человек. Давайте посмотрим ее. Квартирка у нас площадью 32 квадратных метра. А полная стоимость квартирки 750 евро. И больше ничего такого нету. Заезд. Уже не вижу, когда у нее заезжать. Ну, ладно, давайте посмотрим фотографии на эту квартирку. Это у нас получается как комната, да? Здесь кухня, терраса получается. Ну и две кровати тут такие стоят. Бить со стороны кровати, вот. Получается кухонька, да. Здесь непонятно что, сейчас узнаем. С
стиральная машинка даже стоит. И вот у нас получается ванна здесь, душевая кабина стоит. Ну, тоже такие довольно-таки новенькие современные апартаменты, либо однокомнатная квартирка ценой 750 евро в месяц. На этой страничке уже пошли более такие, ну, подороже апартаменты, однокомнатные квартиры. Давайте, ребята, рассмотрим вот эту вот квартирку тоже. Совсем недавно это здание было у нас построено. Такое довольно-таки интересное здание, такая интересная архитектурная постройка. Она смотрится вроде буквы Г, если ты с лицевой смотришь, но тут еще и внутри тоже стоят здания. Квартирка у нас тоже, в принципе, большая, 44, почти 45 квадратных метров, одна комната, 820 евро она у нас стоит в Армита, да, то есть полная цена, свободна с 1 апреля, 75 евро стоит гараж еще дополнительно к вот этой сумме, то есть, грубо скажем, 900 евро. В месяц получается, да, и каукцион стоит 3 холодных мита, то есть 3 раза по 690, ну, грубо скажем, чуть больше, там, 2000 чуть больше. Давайте посмотрим фотографии, 13 фотографий у нас имеется. Так вот домик этот выглядит, тоже новенькое, все модерное. Это как бы вот в холле, да, вот в этом здании. В этом здании есть как бы и свой бар, и своя сауна, по-моему, даже бассейн. Такие довольно-таки крутой комплекс такой. И вот получается, это сами комфорт-апартаменты, да, называются. Так вот выглядит сама комнатка. Ванна тоже с душевой кабиной. Вот у них свой фитнес-зал, да, спортзал у них свой имеется в этом же здании. Такие вот апартаменты. Также своя площадка спортивная у них. Это все внутри там, внутри этого здания, там на улице стоит, да, во дворах там. По-моему, даже бассейн есть. Ну, поэтому и цена такая, да, ребят, 820 евро плюс гараж, грубо сказать, 900 евро в месяц за 45 квадратных метров всего лишь навсего за одну комнату. Ну и давайте, ребят, теперь посмотрим самые дорогие апартаменты в нашем городе, да. Я показываю вам только то, что находится в нашем городе. Ну и вот самая дорогая получается, это уже не в нашем городе. Самая дорогая получается, опять же, вот в этом же здании, да, которое мы только что с вами показывали, это InLife называется. Смотрите, тоже 45 квадратных метров, и в Армита 1070 евро стоит. Квартирку можно заезжать с 15 февраля 2021 года, 1070 плюс 75 евро за гараж, да, то есть получается, грубо сказать, 1150 евро стоит эта квартирка в месяц. Ну и давайте, за что же такие деньги за однокомнатную? Апартаменты, в принципе, как и те предыдущие, чем-то похожи. Ну, в принципе, то же самое практически, да, получается. Вот получается, смотрите, ребят, здесь вход получается, здесь сразу кухня, обеденная зона, да, здесь выход на балкон, здесь получается у нас такая стойка, кровать, ну и ванная, да, с душевой кабиной. В принципе, такие вот квадратные апартаменты площадью 45 квадратных метров за 1150 евро. Ну, вот такие вот цены, ребят, я вам постарался показать, да, от самой маленькой до самой большой. Квартир, конечно, много, но я показывал вам выборочно, чтобы все-таки вы могли иметь представление, что можно снять в нашем городе, город Ингольштадт. Ну, и на этом, наверное, ребят, я сегодня закончу. Надеюсь, понравилось вам мое видео, потому что пару подписчиков у меня уже спрашивали, хотели посмотреть цены на однокомнатные квартиры в нашем именно городе. Спасибо за просмотр, тем, кто досмотрел до конца. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, ну и подписывайтесь, конечно же, на канал. Всем спасибо, ребят, всем пока, до следующего видео. Чао!